И всем привет, ребят! С вами я Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно замечательной, интереснейшей пушке Молот, которую у нас наконец-таки вернули. Хороший баланс, даже может быть в какой-то мере этот баланс стал лучше того, что было раньше. Но если уж исключительно смотреть на устройство, которое называется «Дыхание дракона», то оно, ну, можно так сказать, немножечко пофиксилось. Но, в общем и целом, за счет того, что у нас добавили хорошую кучность выстрела, теперь урон проходит стабильно, четко и... Если вы направляете как бы выстрел в танк, то он летит именно в танк, а не летит куда-то, не пойми куда, и урон там проходит 150, а иногда и даже 0, то можно забыть про, про то что у нас имеется минимальный нерв дыхание дракона и полноценно сегодня вместе с вами протестировать я сыграл два боечка сыграл на вика молоте сыграл на хоре молоте в цпшечке ну и готов с вами поделиться теми мыслями, да, и, ну, не знаю, каким-то минимальным нагибчиком, который показывает сейчас данное замечательное вооружение. Уверен в том, что после того, как у нас эти изменения произошли, а они произошли уже, наверное, где-то недели две назад, я, как всегда, долгое время не записывал видос на эту тему и может быть даже бы и забыл бы записать если бы мне тут один человек не подсказал бы что а ты видос записывал с молотом а молот где давай-ка молота запиши покажи-ка нам молот нагибает он не нагибает ну и вот в этом в всем свете и пробуем, смотрим, тестируем. Сегодня у нас опять 15-минутные катки в матчмейкинге вернули. Ну и полноценно можно посмотреть, сколько можно заработать кристаллов. Жестко, не жестко, фармиться, не фармиться, да. Прошло у нас 3 минуты матчмейкингового боя. У меня уже 14 киллов что, конечно, ну, с одной стороны, не является сверхбольшим каким-то результатом. Я всегда уже в последнее время начинаю сравнивать количество уничтожений противника с тем, сколько я бы мог бы набить на страйкере с дистанционкой, потому что я считаю, что на нем, ну, вот в таких боях так точно можно давать безумно большое количество килов, и я могу сказать, что это что-то среднее, что-то среднее, да. Уверен, что на дистанционке можно было бы за это время давать бы больше, но с точки зрения того, что у тебя как бы молот, да, а не пушка э, сплэш боя, да, и пушка вообще, по сути, ну, такая, ближнебойная, то неплохое, неплохое количество, по геймплею, все довольно-таки простенько, да, ничего тут такого сверхсложного нету, поэтому полноценно я могу сказать, что молот вернулся, да, молот вернулся, э, с викингом его можно очень эффективно и качественно использовать практически в любом режиме в матчмейкинге и даже в тех же ДМках, которые у нас, например, были на прошлой неделе, тоже можно эффективно наваливать на викинга молоте. Бустер э, дает возможность нанесения хорошего урона. Ну и овердрайв викинга, конечно же, дает вам возможность там, уничтожить 4-5 танков сразу. Эта комбинация работала пару-тройку месяцев назад, полгода назад. И сейчас, после того, как ее вернули в свет и пофиксили пушку, которая работала неправильно. Все вернулось в нужное русло и можно полноценно теперь уже на ней играть. Также, если уж обратить внимание на устройство, почему я выбираю дыхание дракона, почему я не выбираю слагерь? Очень многих этот вопрос волнует, и многие дискутируют о том, почему, 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 почему слагерь не лучше, да. Хотя там кучность выстрела хорошая, да, и в общем и целом можно давать примерно такой же урон. Я почему-то до сих пор считаю, что полноценно дыхание дракона лучше. Хоть и с этим можно спорить, да, и говорить, что слайгер покучнее дает, соответственно, там э, сейчас особой разницы плюс нету, да, за счет того, что критический урон на дыхании дракона меньше. Но, я не знаю, я не знаю, я, может быть, привык играть на дыхании дракона уже, да и меня все устраивает в нем, либо еще какие-то факторы решают, но даже если, даже если в конечном итоге сейчас это устройство дает меньше урона, оно все равно актуально и полноценно конкурирует с тем же слагером. Хотя, если посчитать поджоги, да, то есть, если, например, противника нету защиты от поджога, нет иммунитетов от поджога, то в общем и целом вы будете наносить большее количество урона, потому что у вас получается... Три полноценных, нет, даже 4 полноценных поджога по 300 хп, если я не ошибаюсь, плюс, например, критический урон в 1000, да, и если это сравнить с двумя с половинами, то, который дается на слагере, все равно вы в сумме получаете большее количество урона. А насчет того, что кучность выстрела, да, то я могу сказать так. Молот – это средний и ближней дистанции пушка. И практически всегда, если вы на нем играете на средней дистанции, вы даже на дыхании дракона сейчас будете наносить либо около максимального урона, либо максимальный урон. Соответственно, разницы между слагерем и дыханием дракона в нанесении обычного урона без крита очень маленькая. А если маленькая разница, то то устройство, которое дает с поджогом по 300 и насыпает еще 1600, оно же, наверное, будет посильнее. Я считаю так. Возможно, у вас есть свое мнение, можете, кстати, по этому поводу написать в комментариях. Да, я прочитаю. Может, вообще стоит затестить молот со слагерем, потому что я на слагере, честно говоря, уже, ну, довольно длительный период времени не играл. Я вот как дыхание дракона в свое время апнули, как оно начало нагибать, так я с этого молота дыхание дракона и не снимал. Я не вижу, наверное, никакого смысла. У меня даже пробитие выпало, с ультраконтейнеров на молот, но ну, даже на нем я не катал. За полбоя у меня уже полноценно 30 килов. То есть это среднее статистическое количество килов на любой практически пушке с викингом. Да, бывают там разные ситуации, но будем считать, что это нормальное среднее количество. Да, можно даже чуть выше среднего. Если среднее это может там где-то около 20-25 будет. Здесь уже полноценно больше 30-ки улетел. Ну и понятное дело, что при таком бое 15-минутном дать килов 70-80 это очень хороший результат. Ну, понятное дело, что я такого большого количества здесь не дал. Тут еще, если я не ошибаюсь, была и досрочка. Ну, все равно, нормально, 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 да. Даже 60 дать килов там около 10 тысяч кристаллов заработать с такого боя, это довольно-таки хороший результат. Ну, понятное дело, что не стоит там сравнивать Викинга Молот, как я уже говорил, с, со страйкером с дистанционным подрывом, не стоит сравнивать с той же Теслой. Да, Тесла, понятное дело, что себя, себя будет показывать намного качественнее, намного лучше, но нормально, нормально. То есть можно играть на Молоте, и при том, что я знаю очень большое количество людей, которые являются фанатами, любителями этой пушки. Поэтому для вас эта пушка вернулась. Вы можете полноценно на ней все так же качественно уничтожать, нагибать, разваливать. И полноценно давать большое количество килов. И не сталкиваться с такими проблемами, которые были у нас до этого. То, что урон не проходил, то, что боговала пушка, все это сейчас работает идеально. Просто идеально. При том, что я вот вам скажу, да, это первый бой. Первый бой мой на молоть после того, как его опнули. Я до сих пор не брал эту пушку. Я играл на Страйкере, играл на Тесле. Все, две пушки, на которых я играл в матчмейкинг. Мне по сути больше ничего и не надо было. Ну там, не, не, если не считая те вооружения, на которых я также записывал видосы. Да, поэтому я, в принципе, остался доволен. Но исходя из сегодняшней меты, да, я уже не могу назвать это вооружение чем-то сверхжестким. Да, то есть если у нас где-то месяца-полтора-два назад это вооружение было настолько жестким, что все практически игроки играли именно на молотах, потому что он был в мете, он нагибал, на нем можно было постоянно давать безумно большое количество киллов, и у вас не было альтернативы, да? у вас не было ни Теслы, ну, страйкер с дистанционкой был, но там тоже были свои нюансики из-за которых э, не показывала так эффективно и круто вооружение. Поэтому сейчас Викинга Молот уже не тот Викинга Молот, который был, как я уже сказал, где-то месяц, два там назад. Ну, я не помню просто, сколько уже времени прошло с того, как его там занерфили. Э, тот, который был очень жесткий и хороший. Ну и еще возвращаясь к устройствам. Слагер и дыхание дракона кучность выстрела у слагеря такая, что ну, на такой средней дистанции вы все равно будете кучкой уносить, скорее всего, одного противника, да? Здесь же на средней дистанции у вас уже будет полноценный хороший урон по двум, может, по трем танкам, и если в этот момент у вас будет выпадать критический урон, то соответственно все эти танчики пойдут куда? правильно, нарез. 5 Точек остается до конца боя, 3 минуты до конца, сейчас где-то, наверное, порядка у меня 60 килов, что является хорошим показателем для подобного матчмейкингового боя, если не ошибаюсь, здесь тоже была досрочечка. Ну и с викингом молотом, как и раньше я говорил, не стоит очень долго держать этот овердрайв, Нужно всегда стараться как можно, как можно быстрее прожать овер, чтобы он у вас полноценно новый начал копиться. Если вы будете просто сидеть с этим овердрайвом и пытаться там найти тайминг, чтобы уничтожить большое количество оппонента, то это явно не лучшее решение. 58 киллов, 7000. Ну, наверное, не самый идеальный результат, да, 7000, вы скажете мне. Но при досрочке, то есть за 12-минутный бой... Ну, в принципе, неплохой результат. Неплохой. Можно, конечно, лучше делать, но среднестатистически неплохой результатик. Тут я уже быстренько делаю переодевалочку на, хоре, на хоречка и отправляюсь все тот же контроль точек, где я уже хотел полноценно посмотреть, что показывает молот с другим корпусом, да, то есть если Викинг у нас берется как за стандарт Как э, за тот корпус На котором можно полноценно Качественно, эффективно Все реализовывать То мне было интересно Что же покажет Хорек, да То есть в свое время Даже на в том же Хоре Молоте можно было Полноценно играть, уничтожать И нагибать, да Поэтому мне было интересно посмотреть Ну и Хореке если уже забегать немножко вперед, я расстроился. Это не тот хорек, и не тот хори молот, который в свое время мог давать хорошее количество килов. Теперь это хорек, который уничтожает противника, да, можно там за счет критического урона насунуть пару килов, но это все. Да, то есть пара килов это все. Вы не сделаете, как на том же страйкере килов там 5-7. Да? У вас все ограничится там двумя-тремя. Просто-напросто не успеет пушка перезарядиться. Ну и ко всему прочему, если уж смотреть дыхание дракона, то там критический урон получается 540 плюс поджоги, либо 1000 плюс поджоги. И в сумме вы. Можете, конечно, уничтожить противника, но эта комбинация не выглядит столь устрашающей, как, например, Викинга Молот с Овердрайвом. Да, то есть, понятное дело, что он копится подольше, но оно того стоит, оно того стоит, да, то есть в полтора раза, например, вы можете полтора овердрайва на харьке набить, а на викинге будет только один полноценный, но при этом все равно на викинге вы сможете реализовать намного лучше овердрайв, плюс ко всему прочему у вас корпус уже имеет большее количество хп, а если он имеет большее количество хп, то вы живете уже, ну, какой-то определенный период времени дольше. Соответственно, если все это дело обмозговать и обдумать, то ну, я не думаю, что орек вообще имеет смысл использовать с молот. Потому что это ну, такая средней, ближней дальности пушка. Соответственно, вы попадаете всегда под огонь шквальный и вас быстро могут уничтожить. Если бы это было бы, например, жигафриз, то за счет того, что у вас ДПМ в упоре очень большой, и вы быстро можете догнать противника, то это очень круто работает. На молоте же за счет того, что эта э, пушка не дает в упоре безумно большое количество э, большое количество урона, да, а на средней дистанции вас также могут быстро уничтожить, то в сумме вы уже как бы и не получаете никакого дополнительного особо преимущества. То есть у вас уже и нет а, а Какой-то дополнительного смысла в использовании этого харька. То есть есть дефолтный корпус викинг, на котором можно качественно использовать овердрайв, и этого надо придерживаться. Да, даже если вы, например, там, являетесь любителем харька, либо у вас там нет викинга, все равно в конечном итоге лучше переходите на него да, либо если есть, то просто меняйте хорек на викинг и получайте большее количество очков и больше возможностей уничтожения противника. Но ну, а если уничтожаете противника, то понятное дело, что и опыта, и кристаллов вы в таких боях будете фармить намного, намного больше. Что касаемо этого боя, то, ну, как вы видите, здесь турбо выигранная катка противника практически здесь не видно на карте. Но урон неплохой заезжает, да. Я, в принципе, не удивлен тому, что может давать здесь молот в таких определенных боях. Поэтому что-то дефолтное, да. Но я все равно рад, что молот вернулся и то, что это, ну, придаст дополнительно... О, хорошая здесь вертушечка залетела. Неплохие сальтушечки придаст э, дополнительной конкуренции вооружений в матчмейкинге. Все-таки у нас сейчас в последнее время есть какие-то определенные вооружения, которые находятся в хорошем шикарном балансе, да. Есть, которые находятся в среднем балансе, есть, которые находятся, ну, не в самом лучшем балансе. Поэтому молот восстановит минимальную конкуренцию. Ну, для этого, конечно, там надо еще чуть-чуть поднерфить некоторые вооружения. И тогда уже молотов мы вместе с вами будем видеть больше, а может даже и не надо ничего нерфить, и так будет хорошо, если те ребята, которые хотят играть на молоте, будут играть на нем, а кто не считает супер имбой эту, эту пушку, тот и ее и использовать у нас не будет. Я, в принципе, и к такой политике тоже склонен довольно-таки положительно. Я сейчас не особо, да, горю желанием использовать молота, но если, например, мне захочется одеть какую-нибудь пушку, на которой, ну, я не играл, да, то есть я бы одел бы молота и уже бы на нем полноценно смог бы уничтожать. По итогу скатки довольно быстрые, там, 15 килов даем, по сути, если бы это была обычная 7-минутка, ну, я думаю, что я бы дал бы, ну, может, около 30-очки, что было бы среднестатистическим неплохим показателем. Поэтому как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу молота. Мой вердикт таков, да, то, что эта пушка вернулась в нормальное русло. На ней можно теперь играть. Ее не надо теперь выкидывать ни в какую мусорку, да, которую ее надо было выкидывать где-то полмесяца назад, когда она вообще ничего не показывала. Теперь на ней уже можно катать. Поэтому пишите, что вы думаете. Играете на молоте, не играйте. Возможно, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Дыхание дракона из лагеря, как я говорил. Напишите по этому поводу. Я прочитаю. Возможно, вы меня даже чему-то научите. У меня, друзья, на этом все. поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, за... спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.